И всем привет, ребята, с вами Димка про 29К, и сегодня мы будем тестить обнову Stand of 2, 7 сезон Outcast. Я там посмотрел, там вот этот новый нож, он одного вида, но он еще не в продаже, еще его никто не купил, и скорее всего долго не будут покупать, потому что он 240 тысяч стоит, это примерно как Z9 Mask Color. Ну, знаете, примерно вот такая же, но только это стикер. Знаете, я вот позырил, и знаете, что я заметил? Вот, к примеру, смотрите, пушки там М40 и М40 упал наконец-то, а то они, рарки все эти по 0,70 стоили. Так, сейчас, ребята, я вам покажу. Добавили еще. Уже посмотрел и, знаете, просто 240 тысяч. Это, знаете, вот смотрите, давайте посмотрим на цену ножей. Вот самый цены. 2000. Сравнить с этим ножом. Получаем разницу 148 тысяч голды. Вы представляете? Не, ну реально самый дорогой нож будет. Не, сами оцените. Это дороже Аурейта, даже Металрета, который по логике сейчас на рынке самый дорогой. И он дорогой. Вот эту. А знаете, неплохо. А, точно, у меня же бесконечные патроны. Знаете, у него, как и М4А1 тоже, вот сначала стреляешь, и потом она вот так вот начинает летать, вот просто, вот посмотрите, как она начинает летать. Ну, я так по приколу. Кстати, это ночная, ну, тут ночь. Чего? Чего? Я тут вообще уже не интересен. То есть, раньше у нас было как там на Марсе, а сейчас у нас тут тупо... Охренеть, просто позырьте сами. Почему тут типа как стекло, хотя это... Почему тут как стекло, хотя это просто кнопки? Интересно, интересно. Тут у нас что? Мы дропать можем? А, ну, в принципе, да, можем. О! Я сейчас как раз в дезинфекции. Тут радиация какая-то, я не знаю. Не, ну, знаете, вот смотрите. Пипец, а там что хоть такое? Не, ну реально, смотрите. Вот я сейчас не шевелю камерой. Но как я представляю себе, как бы это реально выглядело? То есть, типа, вот, вот так, и вот потом пошло-поехало вот так, знаете. Какие-то перчатки еще. А, так я за какого-то сейчас героя играю, видимо. Давайте я позырю, как это работает. А, не, нифига. А, так траектория, это, наверное, та самая полоса. Вот зря я себе, наверное, здоровья столько много поставил, что я теперь фиг себя убью. И давайте сейчас я поймаю анимацию секретную на юз. Пытаюсь. Ну, я пока что тут буду ходить. О, что-то красное, что-то знакомое, кстати. Что-то знакомое, мне кажется. Не, не могу пока что поймать. Это мост радиационный какой-то. Тут еще кто? Кстати, ребята, я считаю поймать. О, это что за вентиляция? Прикольно. Вот бы можно было вот сюда залазить, реально. Было бы вообще кто бы выкрыл.
уже не знаю, как 5 минут пытаюсь поймать анимацию на Йопс, но не могу. О! Я сюда запрыгнул! Ах ты, блин! Ну, нормально. О, май гад! Я поймал наконец-то анимацию. Я наконец-то анимацию на Йопс поймал. Папа, папа, папа. А если еще раз? О, кстати, это танк с прошлой зоны. Интересно. Интересно, есть ли анимация на обычный нож, но походу ее нету. Тут надо как-то выпрыгнуть. Но я не знаю, как выпрыгнуть. Ладно, пошли зырить другие что-нибудь там. Изменения в этой обнове подкаста. Кстати, это уже вторая картинка. Я так и полагал, что будут две картинки. Просто когда я сейчас начал видео, я увидел вторую картинку. А эту я еще когда при первом заходе видел. Ауткаст, ауткаст. Эти кастомные лобби... Ой, сейчас пошли опять персонажи делать. Так, они удачают фабрики. Интересно, интересно. Как интересно. Команды 8, базовый, союзы, сакура. Я хочу понять, знаете что? Давай что-нибудь засунем. Кстати, смотрите, пилотина. На засунем, мне как музыка. Особенно. Ладно, берем сейчас два. Берем сейчас два. Сейчас тупо тут бегаем. Но, скорее всего, ничего не добавили, потому что эту карту и так в прошлое обновление обновили. Ой. Ребята, смотри... Ой, погодите. Мне надо сейчас туда прийти. Ребята, смотрите. Те самые прошлые раскидки на новом Санстоуне. Лови флешбэк. Так, опять берем вал. Я хочу на его перезарядку посмотреть. Ну как его АКР, только уже чуть быстрее, хотя... Не ахти ты и быстрее, знаете ли, дамы и господа. Лови флешбэк. Или, к примеру, смотрите. Я закидываю нормально гранаты. Вот, типа так. Также мой тим. Реально, мой тим каждый раунд. Просто сливают все нафиг гранаты и все. И потом... А чё, куда стрелять? Вот так вот идут? Ну, без приседи, конечно. Ну, примерно на такой скорости. Стрелять? А они такие... Шли... А пошли мы нафиг. Не будем ни в кого стрелять. Нет, реально. Ставьте лайк, если у вас такой же тим был. Всем пока.